Итак, мои друзья-американцы, кто хочет запустить фейерверк? США! 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 Что это такое? Это уже тирания! Титаны, вы что, больше не американцы? Мы просто пьем чай. Печеньку? Нет. Весьма странное поведение. Попей с нами чай, любезный. Я не стану! Где вы взяли столько чая? Она сказала, попейте с нами чаечку. Газировка. Как много чая! Прелестно, не правда ли? Королева Англии, это вы приносили чай в башню все это время? Боб твой дядя. Да нет, у меня дяди. Это же значит, что вы правы, молодой человек. Американцы? Да. Я подбросила чай. Теперь титаны мои. Они распространят чай по всей Америке. И когда все граждане будут под моим контролем... Соединенные Штаты наконец-то вернут Британской империи! Вы все еще злитесь из-за американской независимости, да? Конечно, нет! Тогда скажите, зачем вам все это? Это потому, что ваши предки выбросили хороший чай в океан! Ничто так не может расстроить англичанина! Столько чая пропало зря! Такое не забывается, правда? Вам это с рук не сойдет. Поздно, молодой человек. Титаны, прошу вас, уберите его отсюда. Да, мэм. Позвольте, что он делает? Я зову верного союзника Америки. Этой мелкой пташке никогда не справиться с самыми большими часами в мире! Вперед! Сделаем это! Поборемся за самое главное! Жизнь! Свобода! Стремление к счастью! Печенье, стреляй! Ой, что вы не любите печенье? Как жалко! А как вам столкновение с нашим автобусом? Пора покончить с этим, американцы, раз и навсегда! Не так быстро! США! Леди Свобода? Нет! Только не это! Ты опять победила, Америка! Но мы обязательно вернемся, я обещаю! Спасибо за помощь, Леди Свобода!